Всем приветик! У меня сегодня с утра вот такой подарок. Орхидея новая. Ну что ж, две-то будут. Теперь три. Новый фаленопсис. Посмотрите, какой красивый. Насколько я помню, вот это крупноцветковые фаленопсисы, белые особенные. Их много, конечно, но я помню, что именно крупноцветковые вывели именно белые. И я давно-давно любовалась у подружки своей, был у нее и такой же розовый. И они выдавали, представляете, по 5 веток, ну, этих цветоносов. Это было зрелище просто, и цветок у нее доходил, вот именно у этих видов фаленопсисов, до 20 сантиметров. Представляете, вот сейчас я смерила, он 12. А 20 это вообще будут. Очень-очень. Белые люблю. Я люблю все белые цветы. Был желтый. Но не крупноцветковый. Я захотела белый. Спасибо мужу. Очень счастлива я опять. Такие, смотрите, большие. Я не знаю, забываю, как они орхидеи называются. Вот такая красота у меня опять. Как и обещала, попозже буду снимать видео про кротоны тайские. Так что, кто хотел, ждите немного позже, после обеда, по нашему времени. Красавица, красавица, просто красавица. Переливается вся. Мордашечку. Мордашечка, такая мордашечка. Красотулечка. Ну что ж, опять я заразилась болезнью новой. Когда же это кончится? Но у них цена еще приемлемая. Поэтому как-то вот можно позволить. Порадуйтесь со мной. Я очень рада. Ну все, пока. Всем приветик. Хорошего дня. Пока.